В микрорайоне Иртышский продолжаются работы по благоустройству. Здесь более 30 земельных участков были выделены многодетным семьям. Сейчас на этой территории ведут монтаж колодцев для дальнейшей прокладки водопровода. Общая его протяженность составит почти 2 километра 400 метров. Активно идет и строительство дороги. Работы планируется выполнить до середины октября 2024 года. В микрорайоне также запланировано устройство линий наружного освещения. Будет установлено 103 светильника.